Привет всем! Меня зовут Магомедова Анастасия, и я детский стоматолог клиники Dental Fantasy. Для каждого ребенка я стараюсь стать той самой доброй зубной феей, которая не только подарит маленькому пациенту здоровые зубы, но и найдет к нему индивидуальный подход. Я являюсь специалистом по лечению молочных зубов от кариеса и пульпита. Реставрирую зубы детей с учетом природной анатомии, восстанавливаю сильно разрушенные зубы специальными коронками. В случае необходимости провожу удаление нежно и незаметно. Первый поход к стоматологу – это часто стресс для ребенка, поэтому я прежде всего начинаю с адаптации маленьких пациентов. Все это нужно для того, чтобы познакомить малыша со стоматологическим креслом и инструментами. Умею выполнить антистресс-лечение в поверхностной седации с закисью азота с кислородом. Это безопасно и помогает детям расслабиться в кресле врача. Записывайтесь на прием в Dental Fantasy и будьте спокойны за здоровье вашего ребенка.